Обратная сторона прогресса в Америке – электрокар Тесла попал в аварию. Машина врезалась в дерево и взорвалась. И у водителя с пассажиром не было шанса выжить. Причем при таком столкновении, будь на этом месте обычный автомобиль, взрыва бы не было. Это может случиться, ну, только если из бака вытек бензин и на него попала искра. А вот начинка сверхсовременной Теслы – это аккумуляторные батареи. Оказывается, они опасны при любом столкновении и могут рвануть. Это авария – первый печальный пример. Сразу после аварии стали грешить на автопилот. Ну, якобы эта система дала сбой. Но в компании Tesla информацию опровергли. Автопилот дал бы водителю возможность превысить скорость на считанные секунды, не больше. А если верить свидетелям, машина просто неслась по дороге. Ну, а кроме того, на серверах компании никакой информации о работе автоматизированной системы нет. И теперь Tesla придется заниматься повышением безопасности своих автомобилей. А ведь раньше нарекания вызывала только работа автопилота. Однако некоторые эксперты уверены, в Тесле вообще нет ничего хорошего. Разве что название. Да, единственное хорошее только название. Больше ничего. То, что сейчас происходит, это говорит о том, что мы все-таки начинаем, и автоконцерны, они начинают бежать впереди цивилизации, несмотря на то, что электромобиль по экологическим нормам в несколько раз, в десятки раз опаснее обычного автомобиля.